Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Три года назад взял донора, решил поменять двигатель 2.3 на 3.8. После проведения всех процедур остался кузов. Так как это пластик, в металлом не идет, просмотрев эстонский сайт. Задумался о постройке прицепа, год назад подвернулись доки на самодельный прицеп, после друзья подогнали заднюю ляду и наконец процесс пошел на закрытие пространства между лядой и стойками. Использовали декапер 0,6 мм, сейчас сварочные работы закончены. Шпаклюем, грунтуем, готовим к покраске, процесс потихоньку, но уверенно продолжается. Шпаклюем, грунтуем, трем, готовим под покраску. Двигатель 3.8 бензиновый, 186 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, передний привод, машина 1994 года выпуска. Вид прицепа изнутри. Мы долго мучились, но что получилось? Этот проект подходит к завершению. На данный период времени выполнено 90% работы, сегодня дособирал салон прицепа, осталось отполировать кузов и устранить некоторые недоработки по ходовой. Переделанную ручку от рекорда, правая рекордовская ручка идет на левую сторону понтиаковской двери наоборот. Сегодня с другом установили прицепной от Chevrolet Transport, убрать надо заднюю скобу возле глушителя, просверлить 4 дырки в лонжеронах. Немного сместили компрессор у Chevrolet, расстояние между лонжеронами меньше на 2 см, чем у Pontiac, подложили подкладки и все получилось good, осталось подключить электрическую часть. Машина на все случаи жизни, для отдыха, работы. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.